Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков Московской области совместно с полицейскими Люберец задержали двоих жителей округа, подозреваемых в производстве и сбытии бесконтактным способом наркотиков. Во время обыска по месту проживания одного из задержанных стражи порядка обнаружили и изъяли канистры и бутылки с химической жидкостью, лабораторную посуду, а также сейф, в котором находится сверток с психотропным веществом амфетамином. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических средств. Подозреваемые заключены под стражу.